О, ой, ты ж танк, да? Посоветуй, что идет во все там ДКшнику. Угу, спасибо. Ой, только не пуляй мне надоел. Еще где? Да, мы тут вайпнулись. Дебила на кубах. Да, это еще минут 7. Заново. Нет еще. Плавните, пожалуйста, каску по шаманам. Стоим ты на кого наплыл? Хорошо, он без диса пошел, типа. Сейчас я гружусь. Нет, у меня мир не прогрузился. Не хочешь. Относительно. Нет, у меня просто экран загрузки полностью загружен и не хочет ходить в мир. Короче, я же не в инсте там был. Если я не в инсте, то можете пулять. Я потом десятки Ты дам. в инсте был. Да я только что подходил, смотрел, что, где он там стоит. Он стоит перед входом в комнату. Стоял, точнее.
Мордок now! Throw Мордок! 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 Come on, Мордок! Welts! Left side! Even side! Many welts! Now handle it! Торг. Я забил, хуй бей. Я потом десятку скажу. Ну сейчас я вышел курить, блядь. И пойду проверю. Ладно. Лоран, наверное. Их это же рыба. А ты чё кашлял-то? Типа не надо, заразишь. Прошло? Дай дагер на транс. Тот, который Чем могу помочь?
Да? Частично. Ты про пианиста спрашивал? Короче, кикай меня с рейда, это вот Вар говорит, потому что соединение сервера разорвано, но другие реалмы я... Так я в ДД есть. Ты ДПС посмотри. Здорово! Добро пожаловать, герои! Вы услышали призыв серебряного авангарда и без колебаний откликнулись на него. Ой, там чувак спрашивает на ДКшке голову, отдадите ему или нет. Противниками. Те из вас, кто смогут пережить испытания, войдут в ряды... В рейде, который ДК закрыт. ...направиться в цитадель ледяной короны. Твои чудовища не чета героям Альянса Тирион. Я видел и более достойных соперников в Багровом круге. Ты напрасно тратишь наше время, паладин. Из самых глубоких и темных пещер грозовой гряды был призван Гормак Пронзающий Бивень. Бой, герои! Да, белая триня такая с абсорбом. Охуенная. Идите,
Я на офи делал эту очевочку. В воздухе повеяло ледяным дыханием следующего бойца. На арену выходит ледяной рев. Сражайтесь или погибнете, герои! Какой-то пал не дает контроля. Тагер, давай, старый еврей, урон ко мне нужен. Что у вас там есть, лот? А ты на ком? Ты на ДК или на медведе, да? Сейчас. Да, вроде. Да, да, да. Да, хилом пойду. Ну я и он не просрал уже. Сейчас. Да, да, да. Готовьтесь к забвению! Его просто субонил, профессионал. Ага, получилось! Трепещи перед всевластным Вилфредом Непопамсом, мастером... Я начинал с Малзумой, другого еще. Мне, я знал, где он появится в группе, поэтому сразу туда пришел. Мультитык называет. Тебя погубит твоя самоуверенность. Перед вами Джараксус, эредарский повелитель Блайд. Я знаю, просто не палюсь. Ибо это секретная информация. Весьма трагично и должна послужить уроком тем, кто смеет беспечно играть. Слышь, Войт, там говорят, у нас вагон в рейде, как
какой-то из первой пати друид, надо его, наверное, исключить. Почему это? Не знаю, он в рейде спроси, там что-то наезжает. Вы выпустили повелителя демонов? Это же РЛ, как ты его исключишь? Мне нужна помощь повелителя демонов, чтобы справиться с ордынским. Блядь, ты бывал когда-нибудь в рейде, где тебе говорят, ну типа РЛ-ка на тебе, и ты хочешь РЛить? И тебе говорят, передавай РЛ-ку, бывал когда-нибудь? А, не, вон, смотри, ДК говорят, вагон какой-то из второй пати, его исключить надо, оказывается. Из второй? Второй нету ДК. Первый, из первой. Они пытались нас оклеветать. Я требую справедливости. Тирион, позволь моим чемпионам сражаться вместо твоих рыцарей. Мы бросаем вызов Орде. Хорошо, да будет так. Сражайтесь с честью. Сражайтесь во славу Альянса, герои, во имя вашего короля. Это было лишь пробой того, что ждет нас в будущем. Сарду! Беги, малышка, беги! Да, убили звезду. Да.
Да. Спасибо. Пустая и горькая победа. После сегодняшних потерь мы стали слабее, как целое. Кто еще, кроме короля Лича, выиграет от подобной глупости? Пали великие воины. И ради чего? Лишь сплотившись, вы сможете пройти последнее испытание. Из глубин ледяной короны навстречу вам поднимаются две могучие воительницы плети, жуткие валькиры, крылатые вестницы короля Лича. Пусть состязания начнутся! Лапка у нас есть? Друид, бабки. Войд, дай лапку. Так, а что делать, кого бить? В смысле, которая летает здесь? Нет, которая стоит. В смысле, а как взять? Забежать в нее надо? Я не знаю, у меня в цели Миша Про, что с ним делать? Что менять надо? Нет.
веселил народ. Еще желательно женский ник и в чате писать. Давай туда. Ну если бы девочка спрашивала, по-любому бы подсказывали. Ебаные. 3 минуты до Белла. О, а что тут бафы раздают, что ли? Дайте каску по локам тогда, если кто-то что-то бафает. Что ли? Остатки плети. Нет такого испытания. Мы не могли пройти сообща. Будет тебе такое испытание. Артас, нас гораздо больше. Сложи ледяную скорость. Но у нас 5 палов. Нерубианцы воздвигли целую империю. У Ханта 1 баф. У Вара 1 баф. Приснится кто-то. Спасибо. Элбер в лесне. Спасибо. Аэродинамика плохая. Нет, я еще стаки не набил, погоди. Да вы все равно не дамажите, давайте, пуляю. Это место станет вашей могилой. БЛ, да, нет. Гера не будет. Да он не в 10, ты чё? Да ебите обоих под боссом, чё вы? А на роботе в ХМ. Ерничал. Жуки. Короче. Да там босса почти. А, успели. Успели. Тогда добейте жуков для начала. Так будет проще там. Мне понравился босс. Ну, чисто вот по агро вот это меняться. Вообще хороший босс.
Неликсу, по-моему, больше всего понравился. Да-да-да. Да я не бью, я не бью, я не могу скинуть, я не бью, вы чё? А Неликс это у вас в гильдии самый такой сильный дамагер? Он, блядь, на ШП, ты просто, блядь, 40к на орке дает. Что? Там просто ДК срывает, ДК орёт, дайте сальву по Неликсу, сальву, пожалуйста! Там понял, короче, он когда срывает с босса, там все локи просто раскол души жмут в надежде, что хотя бы Неликсу маленько агро скинется тоже. Ну, вокруг Неликса встаем и жмем раскол души в раз. Ну, не всегда получается. Куда летим, на Грулу или на Магик, или на Неликса? Подписка на Неликса.